Аліна Тімохіна, майстриня, вимушена переселенка і гостей програми «Чернівці сьогодні». Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Аліна, вже 2 роки пройшло, як ви зі Станиці Луганської переїхали до Чернівців. Чи стало наше місто вам рідним? Да, ну я могу сказать, за эти 2 года с нами вообще, я как от лица своей семьи, да, сегодня у вас в гостях, с нами произошло, наверное, за эти 2 года больше, чем за всю мою вот сознательную жизнь. Я приобрела какой-то опыт новый, да, то есть столько всего и хорошего, несмотря, да, на обстоятельства, при которых мы переехали, хорошего и позитивного произошло, что это очень греет душу. И Черновцы очень красивый город, вдохновляющий город, здесь прекрасные люди, которые идут навстречу, которые хотят чем-то помочь, и у нас планы оставаться здесь, в этом городе. Але коли ви тільки вирішили приїхати саме до Чернівців, тут не було знайомих, не було рідних? Нет, у нас тут не было знакомых, только была знакомая нашей подруги, вот, которая, ну, как, которая просто нас как-то собрала быстренько. То есть мы шли, ну, мы думали, куда ехать. У нас были разные варианты. Мы хотели ехать и в Сумы, и в Киев, и как-то везде есть друзья. У нас даже были поклонники, скажем так, нашего творчества из Беларуси. Они тоже нас звали в гости. Они написали нам, когда, ну, понимали, что происходит на Востоке, тоже приглашали. Но почему-то как-то нас всегда тянуло сюда, на Западную Украину. И мы как-то быстренько собрались, у нас была не очень удачная выставка в Киеве, и мы решили все это как-то с пользой потратить время, поехали в Черновцы, посмотрели на пару дней, нам понравилось здесь, и мы думали, что мы очень быстро соберемся тоже за пару дней и приедем. Но мы приехали домой, посидели 2 недели под обстрелами, потому что, ну, очень жестко все это стала эта тема. Вот. И потом мы выехали, можно сказать, последним вагоном, потому что на следующий день, после того, как мы уехали, пути начали обстреливать, и мы уехали буквально с 5 сумками. Вы бачите, просто доля така, ну, так? Да. Коли вы сюда приехали, кто вас зустрів и где шукали житло? Дело в том, что вот эта знакомая, она нас встретила, она нас, мы с ней познакомились до этого, в первый раз, когда сюда приехали, она нас как-то вытягивала, давайте быстрее, давайте быстрее. Она нашла риэлтора, который помог нам без риэлторских, ну, без риэлторских, да, помог нам снять квартиру, и мы нашли квартиру, то есть этим всем занималась она. Мы уже ехали в дом, вот мы знали, что у нас есть какая-то квартира, она там выслала какие-то фотографии, нам было все равно, куда ехать. Но надо, чтобы это была крыша над головой, да, где не стреляют, где спокойно. Мы приехали сюда уже в квартиру, мы вошли, и в этой квартире мы до сих пор живем. Вот. Также пришел хозяин, тоже милый мужчина, вот, который тоже переживал, говорит, боже, почему вы не переехали раньше, я так вот переживал, надо было вот быстрее. То есть, ну, как-то потом как-то волонтеры, тоже мы познакомились с волонтерами, познакомились с прессой тоже, как-то к нам начали приезжать с телеканалов тоже. И как-то все одним за одним, цепочкой за цепочкой, на гуманитарных складах, еще где-то мы начали приобретать друзей, и все это как-то выросло в свой какой-то круг, который сейчас вокруг нас находится. Сюда вы приехали разом с мамой, так? Да, я была уже при Наді, как тут кажут. Да, я приехала с мамой сюда, и мы здесь начали уже, ну, начали здесь заниматься, собственно, продолжать тем, чем мы занимались дома. Работали. Мы там работали, но так как весной было тяжело работать, потому что все было закрыто, банки не работали, почта тоже, это то, что для нас самое важное. Были финансовые трудности. И сюда мы приехали, и мы здесь сразу влились в работу. То, что мы не могли, ну, останавливаться, потому что морально надо было как-то восстанавливаться от того, что там происходило. И работа, нам в этом очень помогла. То у вас зараз є донечка Єва, якій скоро виповниться 2 рочки, да, так? Да, їй 1,8 зараз. Ага. Да, Єва теж вже, вона черновчанка, вот, і, ну, я рада, что она у меня появилась, потому что все как-то не случайно в жизни, знаете, я считаю. Вот я же говорю, пришло время, и появился в жизни мой ребенок, и я, конечно, тоже не планировала таких перемен в своей жизни, да, но все вот как-то, как оно должно быть. Сейчас я не представляю своей жизни без нее, и это, я стараюсь ее везде с собой как-то, она у нас и на выставках постоянно с нами, и вожу ее при возможности куда-то. Так что да, у меня здесь. Батько Ева не смог приехать? Он приехал сюда в начале, но, ну, как бы это такое, знаете, приехал, да, в начале, но тяжело мужчине стало просто, да, то есть, как бы он творческий человек, в первую очередь, он музыкант. И все его друзья, они разъехались по разным городам, ему было тяжело. То есть в этом плане он хотел, может, как-то, да, реализовываться в этом плане, но все были далеко. То есть для мужчины все-таки важно, да, вот окружение его друзей, поддержка какая-то, не наша женская, а мужская какая-то.
Вот, и он приехал сюда, но ему было тяжело. Я как-то старалась его морально поддержать, потому что я тоже была беременна, мне было тоже не очень хорошо, да, то есть все-таки женщины, они такие немножко с характером в этом положении. Вот, потом на мое день рождения 2 июля, прошло буквально 2 недели, да, когда мы оттуда уехали, очень сильно обстреляли поселок Кондрашовка, там вот, и где живет его бабушка. Его это очень сильно подкосило, бабушку начали показывать в прессах зарубежных, фотографии. Это очень страшно было, и его очень сильно это подкосило, конечно, потому что мы еще заходили в сети и видели на видео его бабушку, маму, то есть он тяжело переживал этот период. И так получилось, что вот на фоне этого всего мне нельзя было нервничать, он не мог как-то перестроиться, нам пришлось как бы разойтись на это самое, да, и так получилось, что мы не общались все это время, как бы сейчас только мы начали кое-как выходить на связь. Угу. А ты зараз он проживает? Сейчас, ну, как бы, он жил долгое время в Киеве, вот, он уехал сначала назад, но в Киеве у него есть друзья, он работал в Киеве, но потом случилась такая ситуация, то есть он искал работу, тоже было очень тяжело, и так получилось, что он попался на одну неприятную вещь, как бы, он поехал работать в Россию, и там его подставили, и сейчас он находится в местах заключения, то есть надеемся, что все закончится хорошо, но, как бы... Вы подставили свідомо, знаючи, що він українець, да, так? Да, такі якісь речі можуть траплятися. Ну, это есть сейчас в интернете тоже, да, надо быть очень бдительным с этим, потому что это не он один, и на самом деле в тюрьмах, вот в СИЗО, в тюрьмах России это очень распространено. Молодые ребята, 25-30 лет, которым они вот попадаются, они приезжают работать курьером, и такая ситуация происходит, просто их ловят на нехороших вещах. Это все специально подстраивается для того, чтобы, ну, как-то с семей, с родственников какие-то материальные иметь выгоды, да, и когда уже видят, что нельзя ничего больше вытянуть, ну, что они же не могут просто так его отпустить, конечно, они их сажают. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Аліно, ви і ваша мама тут є вимушеними переселенцями. Так, чи відчуваєте ви підтримку держави чи влади? Ну, я могу так сказать, что влады, державы финансово только, да, вот эти вот, как бы, ну, то, что платится всем, да, то есть вот эта адресная помощь, как бы, которую я не получаю, но получает моя дочь, получает мама, вот. Больше, наверное, нет, больше это помощь каких-то волонтеров, каких-то просто добрых людей, отзывчивых, и каких-то фондов, которые помогают очень... Церкви разные помогают переселенцам, да, занимаются какие-то вещи, у них какие-то гуманитарные склады, продукты питания, иногда даже финансово. Сейчас это реже, конечно, происходит, но поначалу это была очень-очень-очень большая помощь, потому что мы приехали сюда с 5 сумками, даже веника не было в квартире. То, что были какие-то денежки, там поехали, просто бытовую химию купили, там еще такое, ничего не было вообще. Вот вы приехали, вот просто без ничего, там с парой каких-то вещей, думая, что через 2 недели вы вернетесь и все заберете, но так мы и не вернулись, так мы вот за 2 года не были у себя дома. А там зараз хтось залишився? У нас дома нет. У нас есть друзья, есть которые квартира под присмотром, что вот меня радует. Да, долгое время там жил мой очень хороший друг, вот, и жил в квартире, пытался как-то прошлую зиму поддерживать тепло там как-то, чтобы квартира, ну, хотя бы чуть-чуть она никак не разрушалась. Вот, и каждый день, конечно, переживаешь, прилетит у тебя, не прилетит. И вот у нас прилетело, у нас как бы вылетел балкон в квартире, вот как-то позвонил тоже вечером холодным, ноябрьским, по-моему. И да, вылетел балкон у нас, но, кстати, там волонтеры работают, тоже застеклили балкон как-то. Вот все равно люди стараются как-то сохранить то, что есть. Да, да, так как мы на территории Украины, все-таки там это считается территорией Украины, да, там постоянно обстрелы, но там хоть есть какая-то помощь. В Луганске тяжелее, конечно, чем в станице. От там вдається вашим друзям, котрі залишилися, далі вести звичайне життя? Ну, чесно, я не можу собі представити, як це відбувається, але парадокс в тому, що люди повертаються. І причем парадокс в тому, що люди повертаються, які мають, в принципі, неплохую професію і можуть реалізуватися десь. Пусть не в Україні, пусть у них інші погляди, да? Но можуть реалізуватися в Росії, там, навіть в Луганську, да? Тобто це вже 2 різних, виходить, держави. Да, люди возвращаются. Вот нам недавно позвонили, сказали, детский сад в полном составе. То есть
каждый день стреляют, понимаете? Я вот общаюсь с бабушкой Евы, с мамой отца, да, и я не представляю. Каждый день стреляют. Вот я разговариваю с ней по телефону, я слышу. Это ужасно. И дети ходят в школу, люди живут как-то. Я, честно, не могу себе представить этого. Уже я отвыкла, отвыкаешь все равно от этой мысли. Но все равно душа болит за близких людей, потому что ты не один год с ними прожил, не один год людей знаешь. Моя бабушка сейчас находится там. У меня недавно умер дедушка. И они были вместе, вот как-то, знаете, пытались как-то. Не знаю, очень все это страшно. Что бабуся розповідає? Тобто є вже якісь покращення, тобто є надія на те, бабушка що скоро на... все закінчиться? Бабушка живет на территории Луганска, в поселке Роскошном. Ну, как, они люди, им по 78 лет, ей 78 лет, и она чуть-чуть не понимает, все-таки знаете, что происходит. У них не было таких обстрелов, как были у нас. Потому что все началось вот в станице Луганской, мы просто проснулись в 4 утра в своей квартире от того, что гром гремит. И, ну вот знаете, какая первая реакция? Гром гремит. Ты выходишь на кухню, у тебя скачут тарелки и кружки на столе, и ты понимаешь, что это не гром, и что, ну, страшно, очень страшно. Ты просыпаешься утром, и все. Как бы, а у тебя под окном танки ездят, как бы, это очень страшно. У них, слава богу, такого не было, да, они слышат что-то, что-то, но... Ну, как бы люди, которые, допустим, возвращаются, говорят, что все очень печально. В самом Луганске, конечно, все очень печально. Комендантский час, выйти нельзя, и постоянно какие-то разборки, и... какие-то 90-е, знаете, какие-то вот такие. То есть даже не видно конца, и до завершения чувствуете, что не йде. Наоборот, знаете, я смотрю, так там все вот как-то крепчает вот этот революционный настрой, и как бы дальше мы общались с нашими бывшими клиентами, с которыми мы работали. Вот некоторые говорили, что мы будем проситься в их республику назад, вот, что нам будет здесь плохо. И они удивляются, как это так? Вы что, уехали? Что там хорошо? Да что вы такое говорите? Это все неправда. Вы там вот, вы специально... Ну, мы бы не терпели, правда, если бы мы здесь... Здесь было бы плохо, мы бы не терпели. Мы художники, мы можем работать, как моя мама говорит, хоть на Луне. Ну да. Вообще. Да. Поэтому, ну, у каждого разный настрой. Это их право. Ну, просто у меня позиция другая, мои позиции, позиция моей семьи другая. И поэтому я не знаю. Я считаю, что там очень долго еще все будет так происходить. У вас, напевно, є своя позиція, своє бачення, чому так сталося? Якщо можете зараз нам розповісти, мені цікаво, що молоді люди думають про це, особливо ті, котрі приїхали зі сходу країни. Ну, я можу сказати, що, чесно, я не знаю, чому так произошло. За вот, я жила там, да, вот 23 роки я переїхала сюди. От за всю свою життя я ніколи не бачила розділення там на бандеровцев, там, на людей з Донбасу. Да, я не спорю, что люди у нас больше ехали в Россию работать, но и здесь живут люди, которые едут здесь в Россию работать, то есть абсолютно. И до сих пор, цікаво. И до сих пор, да, то есть я не видела разделения никогда. У меня очень много друзей, которые работали со мной, ну, тоже рукоделием, которые занимаются художники, мои коллеги по выставкам. Они знали мою позицию отношения к Украине. У нас все начиналось с украинских оберегов. Мы начинали это больше 10 лет назад. Все начиналось с украинских обережков. Я очень люблю культуру нашей страны. Я собираю старинные платья. Я всегда на выставках как-то одевалась. То есть старинные платья у меня были, жупаны какие-то. Ну, не знаю, для меня это несет какой-то смысл, да, то, что вот я украинка, и я горжусь этим, то есть я считаю, что, ну, мы живем в нашей стране, мы должны как-то уважать, в первую очередь, любить и хранить то, что вот с нами, да, вот, как бы, почему произошло это, я не могу сказать, просто все очень в одночасье как-то, очень резко. Был Майдан, мы очень все переживали за это. Мы жили у экранов телевизора просто вот этот период. Потом, когда началось в Славянске, там было очень страшно, и там мы думали, никогда не закончится. Но все как-то и там утихло. Когда началось все у нас, мы тоже думали, это на пару-тройку месяцев. Но у нас вот как началось, вот по сей день это не заканчивается. И наши соседи вот... То есть ты не знаешь, кто твой сосед на самом деле. Наши соседи вот были по ту сторону. Мы ездили с мамой, вот сейчас это мы понимаем, насколько это страшно. Мы ездили с мамой по заминированному мосту туда и назад, в Луганск. Каждый день. Вот мы ездили по работе, да, пока еще возможно было. У меня мама ездила химическую завивку делать, вот женщина, да, по заминированному мосту. Но вот это все кажется сейчас как-то, ну, реально страшно. Ты едешь, ты рискуешь своей жизнью. Но тогда самое ужасное, что люди к этому привыкают. Люди привыкают так жить. Люди крутят закрутки, понимаете, под летающими снарядами. Люди просто привыкают. Они выходят потом из этих подвалов, им это все надоедает. И они уже была не была, живут так, как они живут.
Вот. Поэтому, почему, я не знаю. Вот все как-то искусственно, наверное, это все. Все-таки. У меня погибли одноклассники, которые были по ту сторону, да. Очень хорошие ребята, добрые, отзывчивые. Ну, что-то в жизни их сподвило пойти по тому пути. Очень печально, конечно, да, но... Не знаю. Дивно, людям подобається так, та сторона, як ви кажете, той бік, але вони хіба не розуміють, що це все рушить. Рушить країну, рушить життя людей. Не можна постійно жити в війні. Ну, я думаю, що, знаєте, як люди немножечко не розуміють, що відбувається все-таки до кінця. Як це не странно, вони живуть в этом, ну, в епіцентрі цієї війни, да? Но вони не розуміють. Допустим, у нас позакривались... институты, да, то есть какие-то, да, то есть кто-то переехал в Киев, кто-то переехал в неоккупированные территории, да, там Северодонецк, просто переехали, но там работает своя система, то есть там все равно люди учатся, людей не пугает то, что они получат диплом, понимаете, ну непонятно, ты не сможешь нигде с ним учиться, людей не пугает это как-то, и они оседают там, и люди, допустим, ну вот на нашем примере там преподаватели, которые раньше никак не реализованы были там вот, да, допустим, в институтах, в университетах, сейчас они там стали на планку выше, потому что больше некому учить, и они как-то вот, знаете, как-то вот за счет этого всего как-то самореализовываются. И считают, что... Студии им там прекрасно живется. Да, есть люди, которым там прекрасно. И, ну, я не знаю, конечно, может, это как-то пройдет со временем. Ну, не знаю. Все это очень печально, конечно. Да, напевно, просто час покажем, мы не можем с вами гадать. Не, любая война заканчивается, знаете, тоже. Любая война все равно когда-нибудь закончится. И когда-нибудь, может, я приеду домой, там, пособираю остатки своих вещей, там, да, там, может, мне удастся продать квартиру, там, и все такое. Но это еще будет очень нескоро, я думаю. Очень нескоро. Зараз хочу, чтобы мы поговорили про вашу творчість. С чего все началось? Ви є майстриною, так само ваша мати, так? Все началось с мамы, ну, мама основное. И мама у нас уже, можно сказать, в пятом поколении художник. У нас дедушка художник был, его пра-пра тоже были художниками. Все как-то связано, вот по роду, по цепочке идет. Мама всегда тоже вертелась в этом окружении с дедушкой, постоянно по комбинатам, по худкомбинатам вот этим. Все это, конечно, не могло обойти ее стороной. Она ходила в художественную школу и сама рисовала. И как-то все закрутилось, у нее жизнь она свою связала именно с творчеством. Она хотела стать всегда мультипликатором, это была ее мечта. Вот. Но как-то работала в филармонии, там, и оформителями работала в разных и филармонии, там, и в, типа, на разных кружках, вела из-за студии. У нее вообще образование руководитель изобразительного искусства. Вот. А потом все как-то вот... По жизни выстраивалась тоже, опять-таки, это были тяжелые времена, да, 90-е, конец 90-х, и надо было как-то зарабатывать, надо было что-то делать. И наткнулись, тогда все, это только начиналось, вот эти вот рукоделия, вот только все это внедрялось, наткнулись на книжку по соленому тесту, все это начиналось с соленого теста. И мама попробовала там слепить какую-то картинку, обережек это был, он дома у нас остался, к сожалению. И как-то это понравилось нашим друзьям, нашим знакомым. Мы как-то начали ходили, предлагали все это сначала в магазинчики какие-то, ну возьмите там под реализацию там. И все вот это пошло, пошло, поехало. Потом возникали другие какие-то сюжеты, какие-то коты, какие-то магниты начали появляться. Вот, потом мы перестали искать людей, люди сами начали искать нас, да. То есть у нас начали покупать работы за границу, что же, знаете, подстегивало. В разных странах есть наша работа, это очень приятно, это очень льстит. Вот, и все как-то пошло, пошло. Мы начали внедрять керамику, внедрять дерево, вот, делать какие-то фигурки. И все вот как-то цепочкой-цепочкой. У нас планов очень много. И очень планов много, да. И хотим и книжку какую-то издать по нашим иллюстрациям, да, то есть и заниматься с детками дальше, потому что у нас там была и за студия. То есть мы занимались с детками, мы занимались благотворительностью, мы ездили в детские дома заниматься с детками. У нас было два магазинчика своих в Станице и в Луганске был магазинчик. Как-то мы развивались. Вот, конечно, все потеряли, но здесь тоже заново все это быстренько восстановили, потому что есть клиенты прошлые, да, с которыми мы до сих пор работаем, есть новые клиенты. Вот. Выставки тоже. Тут уже вы мали выставки, так?
Ну, тут у нас как бы были выставки, ну, такие незначительные, можно сказать. Это все было как-то, здесь была в галерее выставка, когда я пошла работать в галерею, здесь была небольшая выставка в поддержку для нас. То есть, как хозяйка галереи знала, что мы переселенцы, ее эта тема дуже краяла, так все это, и она очень хотела как-то привлечь тоже людей, собирать какие-то кошты на тот момент, вот, для нас. Это были такие мини-выставки, но мы хотим выставку в Черновцах, но у нас всегда неординарный подход. То есть, у нас, если в Луганске это проходили, у нас были в андеграундских каких-то кафе, то есть под саксофон, под какие-то приятные закуски это все было. Была выставка у нас в Запорожье, там тоже была интересная выставка, «Воздушное настроение» она называлась, картины были к потолку подвешены у нас. Вот как-то мы очень хотим, чтобы это было не просто зал, в котором висят работы наши, а какое-то, может, интересное кафе уютное, то есть это не обязательно выставочный зал должен быть. Поэтому мы с удовольствием принимаем какие-то идеи, и если кто-то захочет, допустим, то мы только за. Вот, конечно, хочется сделать выставку в Черновцах, но тоже, чтобы она была какая-то интересная, необычная. Ну, я думаю, є що показувати на виставці, так? Робіт є багато. Ну, так, да, у нас і картини, у нас і таке більше, як комерційна магнітика, да, таке, що от просто, да. І, звісно, і картини, якісь дерев'яні фігурки, я шью ігрушки. Вот, поэтому нам є що показати, да, у нас дуже багато планів. І... Ну, магазин поки що не думали в Чернівцях відкривати. Звісно, ну, как бы хотілося б, но вообще у нас мама моя дуже вкусно печёт. У неё это просто, она обожает всех угощать. Вот она постоянно, ей надо кого-то угостить, вот она если что-то печёт, она передаёт кому-то и... Я знаю, навіть ви акцію влаштували, були, так? Да, у нас була акція, да. Вот, я сейчас про акцію розкажу. Вот, і хотілося б, щоб це була какая-то такая галерея, но... Да, с нашими пусть работами, пусть это будет работа еще, да, других каких-то мастеров интересных, но это было как, чтобы человек мог туда прийти, скушать вкусный пирог какой-то, посидеть за чашечкой кофе, посмотреть, приобрести какие-то работы, чтобы это была какая-то такая галерея и кофейня, вот что-то, вот что-то такое. Конечно, пока мы только думаем об этом, потому что это все требует каких-то ресурсов, вот, ну, надеемся, что что-то из этого получится, ну, не сейчас, попозже. Головне, що є такі в планах, це найголовніше, перший крок. Да, плани є. А по поводу акції, да, у нас є така акція «Добрі пироги». Ми зараз збираємо денежку на реабілітацію мальчика Назара. У нього ДЦП, і ми зараз хочемо відправити його на реабілітацію поскорее. У нього от уже через пару днів йому потрібно уїжджати. И да, мы продавали свои пироги, мама пекла, и было такое по 5 пирогов, по 4 пирога в день, и это как конвейер такой, знаете. Но очень приятно, потому что тоже людям нравится, и люди очень теплые отзывы оставляли по этому поводу. То есть если мы можем помочь не только творчеством, хотя творчеством мы тоже помогаем на благотворительность, а еще какими-то неординарными способами, мы всегда к этому открыты. Вот, потому что, ну, я же говорю, мы там начинали в Луганске помогать деткам, и мы ездили по детским домам, мы тоже и занимались с детьми, и пекли с ними, и лепили, вот. Поэтому здесь мы продолжаем эту традицию нашу, и считаем, что если нам люди помогают, мы тоже должны отдачу какую-то давать этому. Як саме коти стали героями ваших робіт? У моей мамы есть такая фраза, что вот в 40 лет она начала рисовать котиков. Раньше она рисовала какие-то другие вещи там, да, то есть сейчас она рисует котиков. Не знаю, котов все любят. Это как-то, не знаю, почему их все любят, но все их любят. Вот, это как-то персонажи такие самые распространенные, да. У нас есть какие-то и человечки миленькие там, да, на картинках, и таксы, и собачки, и другие там всякие, и рыбки, и птички. Ну, как-то коты, не знаю, коты добрее, теплее, ближе, наверное. Люди как-то больше к ним расположены. Уже кажут, что найвідданіші тварини – это собаки, да. Правда? Ну, да, да, собаки тоже. Коти і собаки. Ну, домашніх улюбленців ви ще не заводили в Чернівцях? Ні, у нас отсюда, у нас оттуда приїхала кошка, папа привез кошку нашу. Так виходить, що війна свела ще моїх батьків знову. Тобто ми жили віддільно там, в Луганську, але потім ми працювали все время місті. Але так як теж здесь нам було чуть попроще, ніж йому там, да, він приїхав сюди. Потім ще в октябрі перевез сюди нашу кошку, перевез собаку, але собаки вже нет у нас. Але теж собаки було 15 років, теж так і Крим, і Рим з нами пройшов. Вот кошка, да, тут з нами ще оттуда. Да. Ліно, буквально сьогодні відомий сайт безкоштовних оголошень, не буду називати який, щоб це не звучало як реклама, назвав саме наше місто Чернівці найбезпечнішим містом, найкомфортнішим для проживання. Чи погоджуєтеся ви з цим?
Ну, я думаю, да. Город на самом деле прекрасный. Здесь очень архитектура, да, то есть красиво здесь. Ну, все как-то, не знаю, все какое-то доброе. Но для меня, мне очень комфортно. Вот я, допустим, когда приехала, я очень быстро адаптировалась здесь. Вот. Все как-то, все очень близко. Мы ходим здесь пешком. Вот я... Это блажный плюс. Да, да. Вот как-то для меня это было всегда как-то... Я не понимала, как люди пешком ходят. Я везде ездила, там у себя в Луганске. То есть у нас это... Ну, как ты без транспорта не можешь общественного. Здесь везде, все рядышком. Здесь очень как-то, не знаю, и люди открытые. То есть здесь можно жить, здесь приятно жить как-то. Нам очень тут хорошо. И, власне, своє майбутнє бачите в Чернівцях, так? Ну, думаю, да, у мене дочка чернівчанка. Вот. Конечно, я, чесно, не можу сказати, ми художники, опять-таки. Може бути, у нас щось случиться завтра, і нас куди-то пригласять ще поїхати. Може, ми где-то ще там свою судьбу далі будемо испытывать, да? Но пока здесь, да, я не знаю, я, допустим, очень рада, що ми приїхали сюди, а не в Київ, там ще куди-то. Здесь как-то, ну, комфортно, да, действительно, очень комфортно. Хотелось бы, конечно, своє жилье ще здесь, потому что это очень острая проблема. Вот для переселенцев это очень острая проблема. Вот. Потому что это очень большой минус. Это очень бьет по карману, конечно. И это, наверное, самый большой минус у нас. Но... Опять-таки, ми будемо надіятися. Ну, я бажаю вам, да, разом із творчими успіхами, щоб ви також в майбутньому отримали власне житло. Да. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. І вам теж большое спасибо. Нагадаю, Ліна Тімохіна, майстриня, також вимушена переселенка, була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.